Ну что ж, приветствую всех настоящих ценителей бокса, и у меня для вас эксклюзивная срочная новость. Только что на англоязычных сайтах пока опубликовали, какое именно запрещенное вещество было найдено в пробе Диллиана Уайта. И я, честно говоря, был поражен. Ну, сначала скажу. Было найдено два метаболита дианабола. Теперь, что это значит в переводе на русский язык? Во-первых, дианабол, ну, завтра в российском интернете, возможно, так его и оставят, дианабол. На самом деле, по-русски это, конечно же, метандинон. Ну, или, короче, метан, меташка, хлеб штангиста. Да, это, конечно, шутка, но это самый популярный в России, да, наверное, и в мире, самый популярный стероид. То есть, если некий такой абстрактный парень думает, вот, буду ходить в зал, качаться, хочу быстро разрастись там огромными мышцами вместе с водой, то, скорее всего, первое в жизни, что он попробует, это будут таблетки метана. Сразу перейдем к самому интересному. Расскажу о препарате, который буду использовать. Все мы его хорошо знаем. Это метан. И метаболиты именно вот этих таблеток метана, то есть самого, по сути, бесполезного и абсурдного стероида с точки зрения бокса, были найдены в крови у Диллиана Уайта. В принципе, ну, все стероиды, они приносят, ну, в общем, они имеют хороший эффект, как бы, да, какой-то. Но вообще, это на таком уровне, это все равно, что космический корабль топить лепешками коровьими. Да, то есть, в принципе, можно, но бред какой-то, вообще бессмыслица. Да, то есть, почему так, ума не прилагаю. Теперь, что такое метаболиты? Дело в том, что когда вы что-то приняли, это может быть, ну, такой препарат, может быть, там, наркотик, курение, алкоголь, вообще что угодно, то любое вещество, оно из вас постепенно уйдет со временем. Но когда оно уходит, оно же, ну, не за 5 секунд уходит, то есть оно как бы внутри вас трансформируется, его становится меньше, меньше и меньше. Так вот эти вот остатки, которые, по сути, уже как бы, ну, не веществом являются, а его следами, его какими-то искаженными формами, они называются метаболиты. И самого вещества уже нету, но по этим метаболитам можно отследить, что оно в вас когда-то было. Вот такая вот поразительная история. А вам спасибо, что посмотрели данное видео. Всем счастливо. До новых встреч. Тушу камеру.